Приветствую вас. Для того, чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, на мой взгляд, надо бы сперва узнать, как у вас все это происходило вообще. То есть, надо бы узнать, как появился отчим у вас в вашей жизни. Вот. Нужно понять, что он значит для вас, в том числе. Вот. И нужно с этим разобраться, потому что если он себя ведет так, вот, то это означает, скорее всего, что у него есть, ну, на это какие-то основания. Вот у него есть основания так себя вести, у него есть основания вас строить. Также не совсем понятно, строит он вас, значит, из-за чего, то есть как давно это происходит, что он вас строит, всегда ли так было или это началось после, ну, какого-то времени, после какого-то этапа. Это тоже очень важный момент. Потому что одно дело, если он вас строил всегда, и всегда злились, и всегда вам было обидно. И другое дело, если это произошло, ну, начало происходить лишь только относительно недавно, да, то есть у вас, ну, что-то изменилось в вашей жизни, что-то изменилось в вашем восприятии самого себя, вот, и это нужно исследовать, обязательно. Дальше. Вы пишете, что вам становится обидно. Это тоже такой достаточно, ну, показательный пример, да, точнее, не пример, а показательный факт, что вам становится обидно, то есть вы испытываете обиду, именно. Обида – это ваши желания какие-то, да, то есть вы чего-то хотите, вам что-то нужно, вы не хотите, чтобы он вас строил. Ну, соответственно, нужно в первую очередь определить, что вы хотите, то есть какие у вас непосредственно желания, что вам непосредственно нужно и чего вы хотите. Вот. После этого возможно и реально взять на себя ответственность за это. Вот именно за это взять ответственность, за то, что вы хотите сами для себя, вот. И только после этого всего можно будет говорить о том, как вам на все это реагировать. Только после этого. Сейчас вы адекватно реагировать не можете именно по той простой причине, да, что значит, у вас ваши желания здесь примешаны. То есть вы сверхмотивированы. Вы сверхмотивированы на то, чтобы ну, действовать вот так, да, то есть вы сверхмотивированы на то, чтобы
например, злиться, вы сверхмотивированы на то, чтобы значит, негативно реагировать на это, вот, и так далее. То есть это вот такой вопрос, он, на мой взгляд, ну, достаточно важный, вот. Понимаете, какая штука, вот, ну и уже, после того, как все это будет сделано, да, вот, вы сможете для себя понять то, что вам хочется. Вот, и сможете понять, как вам дальше себя вести. На мой взгляд, идея такая. Я уже сейчас могу вам сказать, да, значит, что придется. Больше самостоятельности проявлять. То есть стараться себя обеспечивать, стараться брать на себя ответственность, отделяться, отдаляться, точнее, может быть, от своей семьи, да, и больше полагаться на самого себя, вам. Мне кажется, что так. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша история будет разрешена, ну, с помощью психолога или без него. Всего доброго!